Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона ведущая Сергалана Антонова. За режиссерским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов. Судебные приставы детям. Именно так называется всероссийская акция, которая проходит в республике накануне празднования Международного дня защиты детей. Как вы знаете, цель этого праздника – привлечение взрослых к соблюдению прав детей и в том числе самого главного – права на жизнь. А у судебных приставов акции – это еще один повод напомнить о родительских обязанностях тем, кто по какой-то причине не живет со своими детьми и забывает их обеспечивать. И наш первый собеседник сегодня – это временно исполняющий обязанности начальника организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Ольга Васильевна Артемьева. Добрый день. Да, здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, Ольга Васильевна, такой вопрос я хочу в начале нашего разговора вам задать. Мы знаем, что взыскание алиментов является одним, конечно же, из приоритетных направлений деятельности судебных приставов. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Да, в связи с тем, что взыскание алиментов носит социально значимый характер, да, данная категория у нас стоит на особом контроле Федеральной службы судебных приставов. Но я могу сказать вот общие цифры, да, какие есть. Угу. Всего с начала года у нас на исполнении находилось именно по алиментам 7000 исполнительных производств. Хоть это как бы и небольшой объем в целом, да, по общей категории исполнительных производств, которых у нас находилось 590 тысяч, почти 600 тысяч, да, это за 4 месяца. Доля исполнительных производств в нем приходится, ну, 1,2%. Но они тоже вот все равно стоят на особом контроле. Да. Хорошо. Какие принудительные меры используются в вашей работе вообще? Что понуждает должника все-таки оплачивать долг? Да, есть категория должников, которые, ну, уклоняются от уплаты алиментов на своих детей, да. Судебным приставом, исполнителем выносится постановление о временном ограничении. Должники ограничиваются на выезд. С начала года у нас действует уже больше 3000 постановлений о временном ограничении на выезд. То есть сейчас начинается уже, конечно, пора отпусков. Должникам надо самым, как бы, начинать оплачивать алименты, чтобы не было таких казусов на границе, да, что задержали при выезде. Не только временное ограничение на выезд, но и на спецправа тоже. Специальные права – это водительские права, права на вождение мотоциклов, таких вот транспортных средств, да. Угу. Кроме этого, еще есть такие должники, которых и это уже не сподвигает, да, уклоняется, но в отношении них, конечно, судебными приставами выносятся, они привлекаются к административной ответственности, да, по статье 535.1 Кодекса об административном правонарушении. Это злостное уклонение от уплаты алиментов. Таких у нас с начала года было 320. Если должник в течение 2 месяца не принял даже, ну, вот, меры по уплате алиментов, не нашел место работы какой-то, источника дохода у него нет, тогда должник привлекается по 157 статье Уголовного кодекса и назначается там уже мера наказания. Вообще, что показывает анализ алиментных дел? Идет ли снижение количества их? Ну, вот так сказать, что именно планомерного снижения у нас нет. Допустим, в 2018 году к нам поступило 6800 исполнительных документов о взыскании алиментов, да? А в 2019 уже поступило 7200. То есть это получается, ну, на 400 производств, ну, на 400 документов у нас больше поступило, да? А в 2020 году уже поступило меньше, на 900. Вот что будет в этом году, пока не можем прогнозировать. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И у нас начинают поступать телефонные звонки. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Можете по-якутски задать вопрос? Да, можно. У моего мужа, бывшей жены, трое детей. Он там был, но
бәмісі итті олын ит олыр, олыр, кене асан бол батақ. Оны бұ қамнаға кене еқі боллағына, бол қамнаға барды жиыға төліне тұрар. Оны үлейдігір сүрбірі бірінчан олар, оны қайтақ күнін әлімейінің күт жадырды. Елі ол жиыны төлөтін төләбәтін ол хембер қамнаған аңарын ол үсоғыға хембер тұта тұралдырды. Оны қайтақ күт жадырды, елі қайта күнін сәбей. Хорошо. Да, я так еще поняла. Давайте еще второй звонок примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет алимента. До скольки лет алименты выплачиваются, если студентка тоже до скольки лет? Да, я так Хорошо, мы поняли ваши вопросы. Давайте с первого начнем по нюансам. Вопросу. Получается, на троих детей уже удержание алиментов производится в размере 50% от заработной платы, да? Это такое решение вынес суд, поэтому все это надо решать в судебном порядке, получается. Так и будут с него удерживаться 50% от заработной платы. Независимо от того, что вот выплачивают они там жилье, приобретенное и так далее, да? Но по вопросу уменьшения размера удержания алиментов, то есть, ну, вообще в пользу взыскателя, да, бывшей жены, то это надо обращаться в судебном порядке именно. Хорошо. И второй вопрос. Второй у нас вопрос, да. Касался там выплаты алиментов. Алименты у нас, как правило, выплачиваются до совершеннолетия, это до 18 лет. А если ребенок продолжает учиться, допустим, в высшем учебном заведении, в каком-то заведении, да, на этот период тоже можно взыскать алименты, и только тоже в судебном порядке. Обращается взыскатель в суд и получает исполнительный лист о взыскании алиментов на период обучения ребенка. Давайте поговорим о наших алименщиках. Вот можно ли составить какой-то среднестатический портрет алименщика? Ну, он выглядит? Да, я могу сказать среднестатистический портрет алименщика, который не оплачивает, да? Мы возьмем так. Это, ну, наверное, с 30 лет до 45 лет, нигде не работающий, ну, уклоняющийся, или у него действительно нет источника дохода. Зачастую у нас, допустим, в сельских местностях проблемы бывают именно с трудоустройством. Мало мест, куда можно трудоустроиться. И поэтому, или, ну, есть асоциальные личности тоже, которые вот уклоняются, нигде не работают, из района в район мигрируют. Допустим, есть такая проблема, что должник, например, в каком-то районе, регистрация у него, да, в Хангаласском, а он может оказаться сегодня в Якутске, завтра там где-нибудь в Мегино-Кангаласском отделе, районе, поэтому сложно за такими уследить. А есть ли среди алименщиков женщины? Вот такой интересный вопрос. Да, женщины у нас есть. Ну, небольшая, конечно, часть, но они есть. Там зачастую они в пользу органов опеки, ну, в детские дома оплачивают алименты. Сколько разыскных дел вот сейчас у вас находится в производстве? Вообще в производстве судебных приставов исполнителей, осуществляющих розыск, да, именно по исполнительным производствам взыскания алиментов на исполнение находилось 747 разыскных дел с начала года, этого года, да. Всего возбуждено в этом году 400 дел в отношении алиментщиков. Прекращено 268 дел. То есть они установлены местонахождение должника. Остаток разыскных дел, ну, получается 440 где-то. Ну и хотелось бы, конечно, поговорить немного о проблемах, которые встречаются вот в вашей работе. Мне кажется, что это действительно очень сложный такой труд у вас. Давайте сперва телефонный звонок примем, потом поговорим, да? Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, говорите, можно, пожалуйста. Можно вопрос? Например, вот мужчина оплачивает алименты ребенку до 18 лет. Этот мужчина, например, старости лет, если он будет недееспособным, ребенок этот, который получал алименты, он же имеет право обеспечивать родителя? Да. Алименты у нас взыскиваются не только на содержание детей, но также и на содержание родителей.
Так что в будущем, возможно, и отец обратится в суд о взыскании алиментов с ребенка на старости лет. Угу. Хорошо, у нас еще телефонный звонок нам показывает режиссер. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Угу, добрый день. Я хочу задать вопрос насчет алиментов, поскольку я уже 5-й месяц не получаю по детям. Потому что вот мой бывший муж проживает в районе, в Мгинском районе. И получается то, что когда звоню своему судебному приставу, она говорит то, что вот у них, где он работает, там заработная плата, они не получают по 3 месяца, по 4 месяца. Как быть в этом ситуации? Угу. То есть совета просят, да? Да. Есть, конечно, такие предприятия, которые задерживают зарплату, да, но с него все равно вот эта заработная плата взыскивается в пользу ребенка и копится. Потом при получении, когда он получает, вот, задержка же на 3-4 месяца, он получается потом вот за весь этот период, взысканная с него эта заработная плата, все равно перечисляется взыскателю. Ну и вот мы начинали говорить о проблемах, которые встречаются в вашей работе, да? Да, ну проблема вот... Что вот самое тяжелое? Самое тяжелое, это, конечно, должники, которые уклоняются. Именно уклоняются, а не те, которые, например, у них нет места работы, да? Или ну, заработная плата маленькая, долги копятся, да? Именно злостное уклонение должников. В отношении них применяем меры административного воздействия, уголовного воздействия, как я уже говорила раньше. Ну и вот если исполнительный розыск окажется безрезультатным, вот что делать в таком случае взыскателю? Дайте вот, пожалуйста, совет нашим телезрителям, радиослушателям. Да, в соответствии вот с действующим законодательством, да, если необходимые исполнительно-розыскные мероприятия не дали своего результата за один год, допустим, не установлено местонахождение должника, да, взыскателю выдается соответствующая справка. Данный документ вот, служит основанием для обращения в суд о признании должника безвестно отсутствующим. Да? Если решение суда положительным будет, да, то взыскатель может обратиться в пенсионный фонд о начислении ежемесячных выплат по потере кормильца. Хорошо. Итак, дорогие друзья... Ну, я хотела бы еще сказать, что вот это вот право, да, закреплено за взыскателем самостоятельно, да, и только в судебном порядке. Судебный пристав, исполнитель сам автоматически не может это сделать. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы уходим на рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о проведении всероссийской акции «Судебные приставы детям», которая проводится накануне Дня защиты ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим об информационной акции «Судебные приставы детям». И причин для этого несколько. Конечно же, ребенку нужны питание, обучение, отдых. Вторая – это административная и уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей. И, конечно, третье, чтобы родителю потом в старости не было стыдно смотреть в глаза своему повзрослевшему чаду. И наш следующий собеседник – судебный пристав-исполнитель Якутского межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Василий Иннокентьевич Попов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Василий Иннокентьевич, какие меры воздействия вообще у нас применяются к должникам по алиментным обязательствам? Судебными приставами в отношении должников могут быть применены меры принудительного исполнения, да? Если у должника имеется доход официальный, то взыскиваются заработные платы должника при дальнейшем контроле за бухгалтерией, которая производит эти отчисления. Да? Далее, если у должника имеется задолженность, то применяются принудительные меры. Если у него нет официального дохода, то это ограничение мер по выезду за пределы Российской Федерации, арест счетов, находящихся в банках и иных кредитных организациях, либо арест имущества должника, который находится в его собственности, да? Недвижимого и недвижимого имущества, и запрет на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.
Хорошо, дорогие друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. У нас продолжают поступать телефонные звонки. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Можно задать вопрос? Да? И можно ли лишить родительских прав человек, если он не платит алимент? В случае, если должник уклоняется от уплаты алиментов, да, и он был привлечен к ответственности, да, к уголовной либо административной ответственности, то вы можете обратиться в суд, обычно это Якутский городской суд, да, за лишением родительских прав должника. Давайте напомним, да, например, к какой ответственности привлекаются у нас должники по алиментным обязательствам? Должники привлекаются к уголовной и административной ответственности. Это к административной ответственности за текущий год были привлечены, было возбуждено административные дела в количестве 306, да? К уголовной ответственности за текущий год был привлечен по статье 157, часть 1 кодекса, Уголовного кодекса Российской Федерации, 150 возбуждено уголовных дел. Вот, например, такой интересный вопрос я хотела бы вам задать. Как отвечать по унаследованным долгам? Ну, например, грубо говоря, жил-был злостный алиментщик, он не выплачивал своему ребенку, его не стало. А вот каким образом здесь нужно поступить? В случае наличия задолженности, да, если должник умер. Ну, например, у него осталось имущество, да? Да, если у него осталось имущество, то в первоочередной степени, да, наследует это мама, сестра, ну, в первую очередь, родственники, да. А в случае, если у взыскателя, да, есть наличие, ну, свидетельство то, что должник при смерти осталось, у него осталась задолженность, да, на основании постановления расчета задолженности судебного пристава исполнителя, либо по решению суда, взыскатель может обратиться в суд, чтобы взыскать с того гражданина, который наследует это имущество. Ага, ну, грубо говоря, давайте вот на пальцах разложим. Да. Жил-был злостный алиментщик, да. У него осталось после смерти квартира, в которой проживает его мать. И в то же время у него остались обязательства по выплате алиментов, да? Да. Значит, бывшая жена может подать в суд для того, чтобы, например, взыскать эти средства. Да. То есть претендует на часть квартиры, я так правильно понимаю? Нет, именно с того человека, да, гражданина, который наследует это имущество. Ну вот, наследство, например, матери досталось, да, его? Ну, у нас был пример, то, что у должника осталась очень большая сумма задолженности, да, после смерти, то взыскатель обратилась, да, вот именно в тот службу, который орган, да, который решает наследование, да, ну, юристы, да, получается. И при том, что были вот претенденты, это мама и сестра, когда они узнали то, что у должника имеется задолженность, они отказались от права наследования, чтобы не оплачивать эту задолженность. И в связи с этим во второй очереди передалось дочке должника. Да. Хорошо. А вот как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя? Вот действительно, бывает у них в одном месяце есть доход, в другом месяце нет дохода. Ну, индивидуальный предприниматель, он все равно является физическим лицом. Принудительные воздействия на индивидуальный предприниматель такие же, как у физического лица. Там отличие только при расчете задолженности. Например, если индивидуальный предприниматель, да, по ЕНВД предоставляет налоговую декларацию, либо справки 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, например, если у него упрощенная система налогообложения, то книгу учетов и расходов. Хорошо. Если доход не имеется, то по среднемесячной заработной плате, согласно статье 113 Семейного кодекса. Как вы выявляете должников? А вообще вот современные средства помогают вам в этом или нет? Да, как, ну, все видят, да, то, что в сети Инстаграм, да, вылаживаются данные должника, чтобы найти и установить местонахождение. Через знакомых, там, с друзей и через иные эти ресурсы, да, интернет-ресурсы, это Facebook, там, Google Chrome, там, Яндекс и тому подобное. Хорошо. А вообще, каким способом граждане могут подать обращение в службу судебных приставов? Через интернет приемную службу судебных приставов, управление Федеральной службы судебных приставов, либо через портал госуслуг, ежемесячно
поступает 500 обращений граждан. Uh-huh. Это чтобы ограничить, да, при новой коронавирусной инфекции контакт, да, получается, более ограничить. Uh-huh. Uh-huh. Каким безопасным способом граждане могут узнать о своей задолженности? Вот, например, алиментщик решил узнать, сколько uh-huh. он должен, каким образом это ему правильно сделать? На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия это r14.fssp.gov.ru. Кроме того, информацию о задолженности по исполнительным производствам можно узнать на едином портале государственных услуг, либо с помощью мобильного приложения ФССП России, который можно установить на устройство, да, системных наборов, ну, набрав поиски ФССП. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И сегодня мы говорим о всероссийской информационной акции «Служебные приставы детям». И сегодня мы говорим по теме алиментов. Да? Вот, насколько я знаю, в Якутске есть специальная алиментная группа. Вообще, какая нагрузка ложится на плечи приставов? Сколько человек вот у вас работает, например, на город Якутск? По городу Якутску uh-huh. имеется действующих 7 судебных приставов. Uh-huh. На данное время на исполнении, да, по городу Якутску имеется 1873 исполнительных производства по взысканию алиментов. И это вот вся нагрузка ложится, да, на плечи 7 человек? 7 человек. Ага. Uh-huh. Очень сложная, ну, тяжелая, там, объемная uh-huh. у вас работа получается. Да. Да? И кроме этого у нас есть судебные приставы, исполнители по розыску, да, uh-huh. и дознаватели. Uh-huh. Ну, возбуждает уголовные дела. Угу. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот, я плачу элементы, да, бывшей угу. жене. Угу. Она эти деньги не использует на ребенка, и она использует в другом на трате. Я же не знаю, он в другом городе. Я угу. не контролирую его. Она же не отписывается суприставом. Угу. Они контролируют эту денег, это деньги идет действительно на ребенок. Ага, хорошо, мы поняли ваш вопрос. У нас еще один телефонный звонок, давайте его тоже примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Вопрос перерыв. Да. Ты холобура, тук парди, армия артым не холобура, ты. Но армия артак на холобура, ойогум изменяет эхер болла, вот та. И не генер альбак полалар болла, блин, уя, чужелер, блин, тук уя, он нук те холобура. Чужелер, он ярджандар, блин, он нук манны сразу стартевис, так не блин, уя. Хобро чуйчен о изменяйда эр, он арасаун ген турор, он элемен берер, он кутту, элемен берер даана хобро. Этен спорно вай бамене хобро, не закону ларатықтыр это көрюхтыр это ола, не мамер билин гуя хобро. Любой чуйчек кеде айдан хэп бала, любой ке. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Давайте с первого начнем, да? По первому вопросу по назначению, действительно ли используются алименты? В случае, если он, да, гражданин сомневается, да, то, что если не туда используются, да, денежные средства, то он может обратиться в суд, чтобы данные алименты, да, оплачивать на реквизиты, ну, на которых взысканы на ребенка, да, на несовершеннолетнего ребенка. По второму вопросу могу пояснить то, что он может тоже обратиться в суд. Все через, ну, решается через суд, да, об установлении отцовства, и при этом суд вынесет соответствующее решение. Угу. Угу. Хорошо. А есть ли у вас телефон доверия, вот спрашиваю, да, куда можно позвонить, например, и проинформировать, если человек, например, знает, где находится злостный алиментщик, видел его фотографию, например, в средствах массовой информации, хочет об этом сказать? Да, у нас в каждом кабинете есть свои стационарные номера. Uh-huh. Ну, на данный момент по алиментам это 40-18-13. Можете обратиться по данному номеру и дать информацию о должнике. Uh-huh. Ну и вот о самой акции, да, судебные приставы детям. Как обычно проходит эта акция? Я знаю, что в это время судебные приставы активизируют свою работу, больше ходят, да, по определенным адресам, больше проводят, ну, как бы беседы разъяснительные, да? Что еще? Ну, более такие принудительные меры действуют всегда.
Ну, мы информируем больше то, что у вас есть задолженность, да, нужно погашать эту образовавшуюся задолженность. В случае, если вы не погашите, то вы можете, ну, чтобы избежать, да, некоторых казусных этих, ну, этих, да. И производство акции. Ну, информирование, вот, например, даже сегодняшняя передача. Юридической, да, помощи гражданам в рамках исполнительных производств. И по усилению мер применения, ну, принудительное исполнение к должникам, которые обязаны оплачивать алименты. То есть... Действительно, мамочки, которые подали в суд, всегда могут к вам обратиться, да, позвонить, прийти, получить квалифицированную помощь. Да. Угу. И особенно активизировали эту работу вот в эти дни, накануне праздника Дня защиты, защиты ребенка. Угу. Хорошо, дорогие друзья, впереди вас ждет вновь рекламная пауза. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что в следующей части мы поговорим с начальником отдела опеки и попечительства города Якутска. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня говорим об информационной акции «Судебные приставы детям», которые проходят в эти дни в столице республики. А также рассказываем об особенностях работы с органами опеки и попечительства. Напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. И третий гость нашей студии – это начальник отдела опеки и попечительства города Якутска Оксана Алексеевна Максимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Алексеевна, расскажите, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, телезрителям, чем занимаются органы опеки и попечительства, какие цели и задачи стоят перед вами? Угу. Ну, деятельность органов опеки и попечительства у нас регламентируется федеральными законами, да, 48-м ФЗ об опеке и попечительстве, Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, нашего субъекта, да. Ну, основными задачами органа опеки и попечительства является это защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, и граждан, находящихся под опекой и попечительством. Вторая задача – это надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, где находятся наши дети-сироты и недееспособные наши граждане. В-третьих, это контроль за сохранностью имущества и управление имуществом граждан, находящихся под опекой и попечительством, либо помещенных под надзор в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Одна из ваших задач – это выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Да? Расскажите, пожалуйста, вообще, как это происходит, да? Как вы находите детей? Ну, в статье 122, да, Семейного кодекса указано, что должностные лица всех организаций – это могут быть дошкольные образовательные учреждения, школы, медицинские организации и граждане, если они устанавливают факт ребенка, оставшегося без попечения, да, они обращаются к нам, в органы опеки и попечительства, по фактическому месту нахождения ребенка. Например, поступает звонок в отдел опеки и попечительства, и гражданка говорит: вот позавчера или вчера, ну, не стало моей дочери, остался малолетний внук мой. Что делать? Тогда в течение 3 дней органы опеки и попечительства должны выехать сразу же туда и установить факт оставшегося без попечения. Потом уже у нас есть такая форма устройства предварительного, вот именно по этому, да, факту, есть такая форма устройства предварительная опека. А предварительная опека у нас устанавливается на период 6 месяцев. Но если какие-то крайние эти бывают, то на 8 месяцев мы можем продлить. Почему эта предварительная опека делается в таких случаях? Чтобы ребенка еще не травмировать, да, психологическую травму не делать и не помещать ребенка в госучреждение.
Поэтому вот и предварительная опека чем хороша, потому что она делается, устанавливается, минимум документов собирается. Ну, это акт обследования, документы этого гражданина и документы, соответственно, ребенка. И потом уже в течение 6 месяцев, когда они будут постоянную опеку делать, это уже там перечень документов большой, ну, объемный такой, и поэтому они собирают и уже становятся постоянными опекунами. А вообще, какие существуют формы устройства детей, которые остались без попечения родителей? Так, ну, дети, которые остались без попечения родителей, или дети-сироты, да, подлежат передаче в семью на воспитание. Это может быть усыновление, удочерение, опека, попечительство или передача на воспитание в приемную семью. Но если при отсутствии такого устройства, да, мы временно их помещаем в организации для детей-сирот, до устройства этих детей. Хорошо. А может ли малообеспеченность родителей, например, явиться основанием для того, чтобы органы опеки и попечительства изъяли детей из семьи? Ну, вот если родители находятся, ну, семья в бедственном положении, да? Ну, без доходов к существованию. Да, ну, в этом случае, да, тяжелое материальное положение семьи сама по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка из семьи. Если родители добросовестно исполняют свои родительские обязанности, заботятся о них, создают необходимые условия для развития детей в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями. Например, орган опеки, он должен работать для сохранения кровной семьи. Поэтому в данном случае, да, например, вот материально трудная жизненная ситуация у семьи, тогда в таких случаях должны проводиться профилактические работы органами системы профилактики. Это должно быть сопровождение семьи, которое предполагает оказание уполномоченными организациями профессиональной, консультативной, медицинской, психологической, социальной помощи для преодоления трудных жизненных ситуаций. Например, вот управление соцзащиты, да, но они как органы системы профилактики могут материальную помощь оказать, да, службы сопровождения оказать социальную и психологическую помощь. Например, управление образования, они могут ребенка, если мама не работает, а ребенка надо устроить в садик, ну, помочь с этим, да. Вот такие ситуации есть, и каждой семье нужно подходить, ну, индивидуально, я думаю. Оксана Алексеевна, а вот поступают ли к вам обращения с проблемами по взысканию алиментов? Ну, по взысканию алиментов, в принципе, таких больших обращений не было. Например, наши опекуны и попечители, да, приемные родители, если они берут ребенка, оставшегося без попечения, это с ограничением, да, в родительских правах, они подают на лишение родительских прав взысканием алиментов. И уже через суд они взыскивают алименты, получают исполнительный лист и уже потом обращаются в Управление Федеральной службы судебных приставов, которые исполняют данные решения суда. Хорошо. А какую роль финансовой составляющей семьи могут сыграть выплаты по алиментам? Вот есть какие-то у вас примеры на практике? Можете рассказать нам? Ну, в принципе, таких-то финансовые составляющие, да. Ну, конечно, если также говорить по нашим опекунским приемным семьям, да, в принципе, составляющая, конечно, есть. Потому что если будут копиться алименты, да, от родителей, то уже по достижению 18 лет ребенок может воспользоваться, в принципе, этими деньгами и, например, оплатить свою учебу, если он поступит платно, например, да, или если получит жилье, мебель поставить, ну, такие есть, конечно. Ну, у нас ведь есть уклонение по оплате от алиментов родителей, например, их дети находятся в государственных учреждениях, да, на содержании. Ну, к сожалению, да, есть такие родители, горе-родители, да, потому что, ну, почему мы их лишали или ограничивали в родительских правах? Потому что они не смогли воспитать своих детей, не смогли дать то образование и воспитание, да, и развитие для своего ребенка. Ну, и по даже исполнительным листам, если ребенок находится в госучреждении, это уже законными представителями являются те организации, где находится ребенок. Ну, детские дома, да, по-простому, если сказать. И они обращаются также к судебным приставам,
И они уже совместно отрабатывают. Но дело в том, что наши-то родители ведут такой же аморальный образ жизни. Их могут и не найти. Они, они не работают у нас. Да? Поэтому, конечно, вот такой есть такая проблема. Вообще, как вы взаимодействуете со службой судебных приставов? Насколько часто вот приходится? Так, ну, в принципе, мы по прием, по опекунским, попечительским приемным семьям два раза в год направляем им запросы по алиментным обязательствам на каждого ребенка, получается. И они потом уже нам направляют. И еще второй момент, когда мы с ними работаем, судебными приставами, это по решению судов по обеспечению детей сирот и детей, оставшихся без попечения, жильем. Вот, очень За 2020 год мы получали два исполнительных листа о предоставлении жилья, которые мы в добровольном порядке уже исполнили. Ну, уже предоставили жилье. А вот за 2021 год у нас один исполнительный лист есть. Ну, и мы в течение года, вот 21-го года, должны исполнить. А можем привести статистику, сколько детей вообще за последнее время получили новую семью? Новую семью. Ну, например, ну, с каждым годом, конечно, у нас прибавляется. Например, если смотреть по усыновлению, за 19-й год у нас 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, приобрели семью, да? А за 20-й год у нас 20 детей. Ну, это за 29-й год у нас еще 7 международных усыновлений было, а в 20-м году, сами знаете, по ограничительным мерам, там международное усыновление было 2. А так, конечно, если считать по опекунским, попечительским и приемным семьям, у нас детей-сирот за 2019 год было 763, а в 2020 году 883. Какие факторы, вот, на ваш взгляд, влияют на то, что в нашем обществе все-таки остается большое количество детей-сирот и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации? Факторы, да? Ну, факторами является неблагополучность семьи. Потому что профилактика, ну, органы системы профилактики, они работают с данными семьями. Мало служб сопровождения, потому что у нас охват-то большой, более 80 тысяч детского населения по городу Якутска, не считая Жатаи, да, городского округа, город Жатаи. Поэтому службы сопровождения были бы еще центры помощи семьям, да, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Вот в других регионах, субъектах, конечно, есть такие центры специально, да, для них, но у нас только один, и то на ограниченное количество мест. Хорошо. Мы благодарим вас за очень интересный и содержательный разговор. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о всероссийской акции «Служебные приставы детям», которая посвящается предстоящему Международному дню защиты детей. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.